делать, работать, отдыхать, гулять, писать, читать, слушать, знать, жить, думать, говорить, смотреть, учиться, любить, видеть. А теперь ответь на мои вопросы. Что она делает? Она читает. Что он делает? Он работает. Что он делает? Он смотрит. Что она делает? Она слушает музыку. Что я делаю? Ты гуляешь. Что они делают? Они учатся. Ты хорошо видишь? Да, я хорошо вижу. Что он делает? Он думает. Что она делает? Она говорит по телефону. Что ты делаешь? Я пишу. Что она делает? Она отдыхает. Вы живете здесь? Да, мы живем здесь. Они любят друг друга? Да, они любят друг друга. Она это знает? Нет, она не знает. А ты знаешь русские глаголы? Пока-пока!